Южный. Это основная трасса, по которой ездят бортовики и заводчане на работу и с работы. Но сделали немного ямочный ремонт. Едем мы по просьбе наших читателей, жителей города Южного, которые за зиму устали ездить по этим дорогам. Ну и сегодня мы проводим такой эксперимент. За тем, как чувствуют себя водители на этой дороге. Ямочный ремонт, несмотря на то, что сегодня выходной день, дорожники решили привести ее немного в порядок. Уезжаем ямки, останавливаемся, едем дальше.
вдоль дороги на обочинах стоят грузовики. Это грузовики, которые, по всей видимости, ждут очереди для разгрузки на предприятии ТИС. Это единственный нормальный, хороший участок, который сделали. Увага, аварийный ремонт, 40 километров. Вот, засыпали ямку. Вот. Позавчера ее еще не засыпали. Сегодня ее засыпали, это огромная яма. И она сразу начинается после того, как закончился один маленький участок. Выезжаем на встречную для того, чтобы объехать эту огромную яму. Ну, не получается. Нужно сказать, что здесь ночью еще нет освещения абсолютно. Поэтому те, кто едут по этому участку дороги, это дорога Одесса-Южный. Если вдруг ночью вы сюда поехали, то, по крайней мере, в ближайшее время нужно быть очень осторожными. Ежедневно ездят студенты в университеты. Едут рабочие автобусы на Одесский припортовый завод из Южного. И именно этот участок является наиболее аварийным. С дорогой у нас продолжается уже очень много лет. Вот видите, даже сделан такой вот водитель для того, чтобы не ехать по этому участку, сделали проселочную дорогу. Ежегодно ремонтируется, делается ямочный ремонт. Это происходит каждую весну и каждую осень, но ничего фактически не помогает. Этот ямочный ремонт, он бесполезен в таких условиях, учитывая, что именно по этому участку дороги ездит тяжелый транспорт на предприятие Малого Джалыцкого лимана. Сейчас мы находимся напротив предприятия ТИС, но здесь асфальт сошел, я думаю, еще до того, как снег выпал. Это один из самых сложных участков. Мы видим, едет рейсовый автобус. По этой дороге есть 68-й и 69-й маршруты.
очень медленно, потому что объезжает ямы огромные. Мы тоже объезжаем. Притом нарушая правила, естественно, потому что по-другому уйти от этой ямы невозможно. Очень грязно, потому что в течение всей зимы здесь парковались грузовики, которые ждали свою очередь на предприятии Бариваш и Дельта Вилмар. Вот это выдавили всю дорогу. Вот так вот. Даже не знаю, что лучше. Или обочины, или эти ямы.
находимся возле села Беляры. Здесь предприятие Дельта Вилмар и Бариваш. Эти грузовики стоят на разгрузку по обе стороны дороги.